time we close the light and fall asleep. We try to hang on things we had never achieved. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Нормально. А почему вы меня знаете? Вы знаете мое имя? Да, конечно, я же вижу, ты постоянно приходишь на наши игры, болеешь. Я же болельщик. Болеешь за Зенита. Да? Илья, понимаешь, мы не каждому предлагаем такие контракты. У нас только самые заслуженные люди, вот такой человек для нас ты. Поэтому мы подготовили такой контракт. Давай его с тобой подпишем сегодня. Ну, давай. Тогда присаживайся. Осуществить вот такую маленькую человеческую детскую мечту нашего большого друга, нашего болельщика Ильдара. Сегодня мы вместе с Ильдаром подписали взрослый контракт, и я хочу вам представить член нашей волейбольной семьи, наш общий друг Ильдар. Давайте поаплодируем. Ильдар, тебе спасибо. Пожалуйста. С точки зрения тренера хочу сказать, что мы, конечно же, рады такому пополнению в нашем коллективе. Тем более, что такие бойцы по жизни, спортсмены, люди с внутренним стержнем, с характером необходимы, я думаю, любой команде, а нашей команде так точно. Вы все красивые. Спасибо. И сильные, да? И сильные, умные. Здравствуйте. Привет. Привет. Почему большой? Большой, как великан. Великан? А я огромный. Видишь, ты такой счастливый великан, сколько ты можешь увидеть. Это Ильдар. Это Алексей. Привет, познакомиться. Что хочешь взять, Матюшка? Привет. Это кто-то завелся? Он тоже играет? Да. Это весело играть. Привет, дружище. Нормально, учи мне упражнения. С тобой хочу упражнения. Почему такой ты ушатый, ты же бородатый? Тебя надо отпуск отправить. Я тоже так говорю. Я сейчас сказал тренеру, что мне надо отпуск отправить. Кость на море купаться, купаться в Испанию. В Испанию? Я поехал, да. В Испанию. Вот к тренеру в гости. Ага. И сетку возьми лучше. И сетку? Сетку, чтобы играл в волейбол. Лучший подарок от вас для нас. Нам очень приятно получать и такие подарки в том числе, но лучший подарок — это ваша поддержка, ваши аплодисменты, эмоции на матчах и ваше присутствие. Спасибо вам большое за это.